Самара готова к холодам на 100%. Сформированы бригады по очистке кровель, готова уборочная техника, подготовленные котельные. Их в городе больше 100. В следующем году в Куйбышевском районе построят новую котельную. Сейчас горячую воду и тепло жители района получают от КНПЗ. Новая котельная будет и экологически безопасной, и обеспечит теплом 300 многоэтажек. В феврале будет готов проект уже с экспертизы. И начато строительство этой котельной. Значит, губернатором поставлена задача, чтобы в сезон 2017 года вошли уже с котельной с новой. Во всех домах города батареи прогреются до 10 октября. После этого в департаменте городского хозяйства начнет работу горячая линия, куда люди смогут обращаться в случае аварии или задержки подключения. Сейчас в первую очередь тепло поступит в социальные учреждения. Пуск тепла в первую очередь, я прошу глав районов, это в больницы. Это в дома ребенка, где находится, скажем, с круглосуточным нахождением либо больных, либо дома ребенка, либо дома инвалидов. У нас есть эти моменты. Я прошу обратить внимание в первую очередь на это. Потом пускаем школы, детские сады. Еще одна важная тема – ремонт дорог. В этом году их в плане больше 70. И на 17 улицах прошел комплексный ремонт. Среди них Волжский проспект, улицы Максима Горького, Осипенко, Красноармейская, Дыбенко и Авроры. Еще по 7 дорогам, ремонт которых начался в 2015 году, работы сейчас завершены. Это улица Ульяновская, Земица, Венцика, Студенческий переулок. Ремонтировали и дороги во дворах. Из 60 запланированных дорог отремонтировали 53, остальные в работе. В рамках дополнительных средств по этому контракту и определенных дополнительных территорий их 14. Из них завершено 6, не приступали к 4, в работе на сегодняшний день находятся 4. Завершить ремонт внутриквартальных дорог планируют до конца сентября. По поручению главы города принимать дороги после ремонта вместе с представителями районных администраций будут и общественники. В следующем году запланировано провести реконструкцию и комплексный ремонт 31 объекта улично-дорожной сети на сумму почти 4 миллиарда рублей. В связи с этим Олег Фурсов поручил увеличить количество компаний по ремонту дорог, строго следить за тем, чтобы ими соблюдались требования по срокам и качеству выполнения работ. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков. События.